все высоты. Не мучаюсь от горняшки. Ну так, сердце поколотится, там, конечно, больше обычного. Одышка. Особо тошнило, голова болела. Такого нет. Шатает. Вообще туры делаются просто. Вот, например, чего? Вон гора. Она высокая. 4 где-то километра. Ну, видно, что она, да, такая вот доминирует над всем. И от нее, наверное, просто офигенский вид во все стороны. Просто взять ее, найти на карту, на карте, поставить точку на карту. Начать планировать маршрут. Посмотреть, где там ближайшая деревня, прийти в деревню, договориться с местными. Самый правильный подход. Ну а когда в одного делаешь, ну, просто идешь, когда в одного. А так один, чего там, один где угодно может свалиться там, кустом.